Расскажите мне свою историю. У меня есть новости. Я поеду за границу учиться по обмену. На 2 года. По обмену? Предложили стипендию и комнату в общежитии. Ваш сын внес арендную плату. Он заплатил? Я думал, он поехал учиться. Он сказал, что 2 года собирается зарабатывать деньги. Полиция только следовала протоколу. Человек без судимости, старше 18 лет. Спасите. Куда ты идешь? Я уверен, что господин Чан и господин Ким что-то затеяли без нас. Что только что произошло? Гуи. С тобой точно все хорошо? Босс, у нас что-то невероятное. Где этот молодой человек? Не знаю. Этот председатель полицейский. Я вижу грязного копа, который превратился в презренного старика. Ты... Папа, Дон-Дже. Заявление об увольнении. Я вернусь туда, где мое место. Смотреть его выступление было так весело. Заявка на кредитную карту. Я подпишу. Я ненадолго. Хорошо. Почему бы вам не купить что-нибудь? Качество хорошее. Вы посоветовали мне купить ее. Сказали, что качество хорошее. Пойдемте с нами в участок. Накажите меня. Я раньше не выигрывал в таких конкурсах. Ты что тут делаешь? Старик мне все рассказал. В армии красные флажки означают зону минного поля. Не знаю, как вас благодарить. Ничего не болит? Что он там искал? Он искал пару, у которых мало денег или которые не могли претендовать на эти квартиры. Вы сделаете все, чтобы получить дом? Да. Да. Я могу вам помочь? Вы готовы стать отцом? Что? Ребята, вам так повезло. Ты не замужняя мамаша, а мы нашли тебе семейную пару и сняли эту больницу. Ты в порядке? Да кто ты, черт возьми, такой? А? Я только заберу свою сестру. Здесь все по своей воле.
Кто вы? Да. О, госпожа. Что не так? Боже, Джинсон. Это остромиелоидный лейкоз. У нее стало появляться все больше секретов. Я увидела свет в конце длинного туннеля. Со временем ты поймешь. Обязательно. Вы сделали выбор. Что ваш доктор сказал? Что у меня нет надежды. Тебе нужно плакать как следует. Сложно заставить поверить даже одного, но как только он поверит тебе, то дело сделано. Как ты посмел? С тех пор, как мы встретились, со мной случилось много чего плохого. Это ты что творишь, уверовав какого-то шамана? Не оскорбляй великого монаха! Вы религиозны? Нет, я не верю в богов. Что? Что он сказал? Не могу поверить. Сестра... Директор Ан Ён Сук не должна быть врачом! Операция продлится около 3 часов. Что-то не так? Ничего, надеюсь, операция пройдет хорошо. Конечно. Что, черт возьми, вы сделали с моей дочерью? Дело объявляется закрытым. Доктор Гу? Если она не может проводить операцию, нужно нанять врача, который может. Она отбирает пожилых людей, у которых нет семьи. Ан Ён Сук не только преступник, но и опекун. Вот как она обходит подозрения. Когда выяснилось, что она наняла третье лицо для операции, судья по иску Хан Сурён о врачебной халатности разрешил повторное судебное разбирательство в отношении директора Ан. Господи! Подставной пациент? Папа... Большое спасибо! Ты в порядке? Господин Ким? Черное солнце — это знаменитый клуб в Канаме. Зачем людям из клуба смерть господина Кима? Странно, что он случайно нашел наш тайный вход. Господин Он пытался убить господина Кима? Позвони и сообщи, что произошло. Расскажите свою историю несправедливости. Вы сделали свой выбор. Можешь отвезти ее в больницу? Как раз уже бегу. Как можно рекламировать изнасилование как какой-то турпакет? Как человек может такое делать? Я остановил их на время, но скоро они начнут снова. Выпей еще и дай мне пустой стакан. Да. Иди. А ручка диктофон? Детектив Чве, не двигайтесь! Мы не должны такое делать!
Где мои наркотики? Что произошло? Ваши методы незаконны. Однажды, когда люди станут прислушиваться к словам таких журналистов, как вы, такие, как я, исчезнут. Дайте мне еще один шанс. Я просто должен сесть в это такси. Доги понравится подарок, который я приготовил. Отпусти остальных. Это наше с тобой дело. Я не могу. Скажи номер, я убью его первым. Ищем пропавшего ребенка Ким Дану. Все из машины. Ребята, поздоровайтесь. Она была первым водителем такси «Делюкс». Епископ мертв? Да что происходит?